почему такую сидушку оставил? Скажи, пожалуйста. Вот сидушка явно неудобна тебе. Вот элементарно, из-за того, что сразу не настроил сидушку, ты сейчас ехать не можешь. Совсем немного осталось до велопробега «Сердце километры». И ребята все свободное время тратят на тренировки, физическая подготовка и теория ПДД. Вот залог успеха на дистанции 740 километров. Давай, заезжай. Плохо получил, давай на брусе. Змейка, горка, восьмерочка и другие препятствия. Под строгим присмотром инспекторов ГИБДД ребята тренируются так же усердно, как и студенты автокурсов. Только одно отличие – здесь сами ученики могут дать советы преподавателям, ведь теперь они и просыпаются, и ложатся спать вместе с велосипедами. Параллельно, хоп, параллельно ставить колеса. И вот здесь уже можно докручивать. После практических занятий участники проекта «Сердце километры» отправились за компьютеры, чтобы пройти тест на знание ПДД. Наставники и здесь ни на шаг не отошли от ребят и доходчиво объяснили, как не совершить самые распространенные ошибки. Смотри, у нас у обоих водителей горит указатель поворота. У одного с левой стороны, другого с правой стороны. Кажется, есть. Думаешь, нет, ну? Кажется, нет. А почему, как считаешь? Ну, может, когда, может, обернешь, с другой кто-нибудь и подъедет, и подрежет уже. Ребята не могут объяснить, почему выбирают именно такие ответы, но интуиция подсказывает им верно. Ведь за плечами уже не одна встреча с инспекторами ГИБДД. Мы посмотрели, как они готовы психологически, морально к этой поездке, к своей дороге. И сейчас, сегодня здесь мы попытались посмотреть, как они все-таки чувствуют велосипед, как они понимают органы управления велосипеда. Готовы ли они сразу, сходу его подрегулировать под себя, попробовать его, настроить его. Теперь, когда ребята настроили и себя, и велосипед, они практически готовы к старту. Осталось отточить технику и знания и в путь по дороге «Сердце километров». При поддержке компании «Красцветмет».